Инфляция в Казахстане к концу следующего года может замедлиться до 9,5%. Такие прогнозы на заседании правительства дал зампредседателя Нацбанк. По мнению Акылжана Баймагамбетова, на постепенное снижение повлияют принимаемые решения по базовой ставке. Как отметил замглавы регулятора, в настоящее время проводится очередной прогнозный раунд в Нацбанке, результаты которого объявят 5 сентября. При отсутствии новых шоков в среднесрочном периоде инфляция приблизится к целевому коридору к концу 2024 года.